Интервью с кавалером Ордена Совы, игроком команды Анана Джафли, которая сегодня одержала яркую победу, Азизом Рушудли. Азиз, прежде всего, я хочу вас поздравить с этим успехом. Ваша команда осталась в клубе, теперь будет играть в летней серии. Спасибо. Азиз, расскажите, вот как происходила игра изнутри? Какие были эмоции, какие в разные моменты игры? Ну, может показаться странным, но то есть, игра проходила достаточно спокойно. То есть ни разу не было ощущения, что вот сейчас что-то может произойти нехорошее, что даже когда мы проигрывали в счете, то есть мы играли с запасом, можно так сказать. Ну, я так ощущал игру. То есть даже при счете 4-5, когда вы проигрывали, вы считали, что вы играете с запасом? Нет, конечно, там трудно говорить о каком-то запасе, но у меня была уверенность, что мы можем взять два вопроса подряд и выиграть со счетом 6-5. Если брать процесс подготовки, скажите, ваша команда на тренировках, которые проходили, какие были результаты именно по счету, по обсуждению? Ну, может быть, на тренировках это было немножко по-другому. Там чаще всего не было какого-то длинного обсуждения, и вопросы брались индивидуально. Но в любом случае то, что пришел Исмаил Алиев, который очень любит говорить во время минуты и обсуждать, как бы поменяло наш обычный рисунок игры и привнесло какие-то новые ноты. Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Значит, он о том, как влились в команду новички. Исмаил Алиев и Джавид Аббасов. Ну, про Исмаила вы сказали, а что вы можете сказать о Джавиде? Ну, я думаю, Джавид просто... У него был достаточно долгий перерыв в игре, и он в первой игре за столом немножко... как-то, может быть, оробел, стушевался и не сыграл свою полную силу, но я думаю, в дальнейшем он будет более активен и принесет много пользы. Азиз, большое вам спасибо. Еще раз вас поздравляю. До новых встреч в клубе. Спасибо. До свидания.